Дорогие друзья, вот и близится к концу великий 2020 год. В этом году у нас было множество побед и поражений. Мы пытались создать сильный, независимый клан. И нам это удалось, причем не в одной игре. Взять, к примеру, Дивизию 2 или State of Survival. В Red Dead Online нам нет конкурентов. У нас с вами самое большое комьюнити, которое только возможно было создать. В РУ-сегменте. Честные, отзывчивые игроки, которые готовы помочь всегда. ПВП и ПВЕ инструкторы, которые придут на помощь любому новичку с его вопросами. Кстати, Дискорд, ссылки в описании под роликом. Конечно же, в этом году у нас было и много того, что разъединило наш клан. Определенные события, на которые я не смог повлиять, либо повлиял, но не в ту сторону. За это я бы хотел попросить прощения, потому что не всегда мы можем руководствоваться холодным рассудком и здравым смыслом. Иногда эмоции берут верх. И сейчас вы, которые смотрят меня, пытаются вспомнить, что было тогда на тот момент. Почему часть людей все-таки ушло от нас? И почему из комьюнити в более чем 2000 человек мы не так быстро прирастаем? В следующем году я желаю вам счастья, успехов, денег, развития нашего нового ролеплей сервера Gothic в Red Dead Online. Как я и говорил на своем стриме, мы будем развивать РП-сервер с нашей командой разработчиков, администрацией и модераторами, чтобы в конечном итоге каждый человек, кому нравится сеттинг Дикого Запада, мог найти себя в этом мире, кем он посчитает нужным. От бомжа, который просит денег, типа меня, до мэра Валентайна с наймом охотников, охранников, живых игроков с выплатой денег. А может, вы хотите быть барменом? А может, вы хотите грабить банки или купить какое-то ранчо и выращивать картошку? На нашем РП-сервере это все будет доступно. И если вы хотите поддержать разработчиков в развитии РП-сервера, также ссылки в описании под роликом. Ну и раз пошла речь о поддержке, я бы хотел сказать огромное спасибо нашим спонсорам, причем тем, кто поддерживал наш канал на протяжении этого года. Это, безусловно, Вовка СПБ, это, безусловно, Алексей Котов, Анастасия Морс, Виктор Попов, Gothic Next, Ахмед, Некром, Лера, Харт, и многие-многие другие. Недавно к нам присоединилась Вилма, и я бы хотел ей сказать тоже огромное спасибо за то, что общается, делится своими переживаниями и мыслями. И это важно, когда люди находят именно тот коллектив, в котором им будет комфортно. Именно тот коллектив, который не будет высасывать жизненные соки. И отдельно хотелось бы сказать огромное спасибо Red Cat Redemption за то, что он помогал и советами, и гайдами. На его роликах я учился играть и создавал уже свои уникальные PvP-билды. Но мы не будем забывать про тот вклад, который делает Red Cat Redemption. И, безусловно, его комьюнити может относиться к нам не очень хорошо и осуждать нас за наши действия, когда мы грабим телеги или
атакуем. Но это всего лишь игра, и не стоит думать о том, что мы какие-то школьники и упыри, поэтому мы ничем другим не занимаемся. Безусловно, мы занимаемся, и весь этот год мы этим и занимались. Мы делали турниры, делали гайды, мы убивали читеров и наказывали их. Это было тяжело. И великий раскол готики был в мае, насколько вы помните, май-июнь. Я надеюсь, что в следующем году нечто подобного не будет. И наши союзы, наши кланы во всех играх объединятся в едином экстазе, в едином порыве, в нашем сильном, независимом Дискорде. Хотелось бы сказать огромное спасибо нашим комьюни-менеджерам, комьюнити, Берникову, Владимиру, Ахмеду, Тимену, Говеру, конечно же, Айроне, куда же без него, Разъебашивателю, который тащит ПВП, всем ПВП и ПВЕ-инструкторам, Кофе Инкапу, за то, что весь год развивал мастерство шпионажа и ухаживал за всеми новичками, которые заходили к нам в Дискорд. Это тяжело. Любая деятельность, которая происходит в нашем Дискорде, занимает определенное время. Люди могут выгорать, люди могут уставать. И хорошо, что люди в конечном итоге остались с нами и продолжают оставаться. Поддержать наш канал, оформив спонсорку всего от 49 рублей в месяц, это несложно. Тем самым вы даете возможность на то, что будут выходить новые, сочные ролики в следующем году. Мы будем делать блок разработчика по нашему РП-серверу, и это тоже важно. В конечном итоге, друзья, мы с вами развиваем нашу большую дружную семью, наша комьюнити готики. Поэтому сейчас, в канун 31 декабря, я предлагаю вам загадать желание выпить стопочку шампанского и обнять друзей, близких, родных, ведь игра это игрой. Но в этом году была сходка готики. Встречались в Москве и пили, отдыхали и общались. Я надеюсь, что и в следующем году будет нечто подобное. И не раз. Ведь Дискорд наш укрепил и дал возможность людям общаться не только на тему повозок и деликов. Сколько людям в конечном итоге посчастливилось встретить хороших друзей, встретиться с ними в реале и помочь друг другу. Я желаю вам и в следующем году делать то же самое. Всех благ, всех удач. С вами была Готика, и с вами был Сократ. До новых встреч.